Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня инвест-проект. Проект этот инвест без всяких бонусов, обычный инвест-проект. Значит, называется Криптолюкс. Здесь главная информация, можно подсчитать, как начать, отзывы, вопросы-ответы и контакты. Есть группа на Facebook. Вот, все кликабельно. У них. Вот группа. Так, секундочку. Далее есть, что еще у них? Телеграм есть. Я вступила, естественно, вот Криптолюкс. Далее группа ВКонтакте есть. Так, регистрация. Ну, тоже группа ВКонтакте. Я вступила, естественно. Далее что? Он нам предлагает. Он нам предлагает 120% за 24 часа. Чистой прибыли плюс 20%. Это калькулятор. Ну, здесь это все можно прочесть. Последние операции, доходность, платежки биток, интериум, литоши, пэйр, перфекты, догикоин. Далее, что? Регистрация простая. Заполните все поля, если кто решит присоединиться. И попадете в кабинет. Так, вопросы-ответы. Что я хочу вам показать? Пин-код нужно вводить обязательно. Вот, обратите, прочтите здесь. Далее что? Так, какова минимальная допустимая сумма на балансе, на которую можно создать запрос на выплату? Вывод наш. Так, минимальная сумма для вывода 20 центов и 10 рублей. Значит, а депозит от 1 доллара, минимальный вклад, максимальный вклад 10 долларов. Здесь максимальный вклад постоянно повышается. Был 5 долларов, я вот как бы, ну, я не зашла тогда. Вчера был 5 долларов максимальный. Сегодня уже 10. А, так. А максимальный депозит. Так, ну, вопрос-ответы прочтете. Тут все расписано. Так, значит, а максимальный депозит. Так. Инвестиции. Максимальный депозит и 60 рублей. Вот. Начисление 5% каждый час. Чистая прибыль 20%. Срок инвестирования 24 часа. И вот минимальная и максимальная сумма депозита 1 доллар-10 долларов. Депозит включен в выплаты. А в рублях 60 рублей. Минимальный вклад. И, как я сказала, выплата минимально 20 центов. И в рублях 10 рублей. Я же зайду в кабинет и покажу вам кабинет изнутри. Я уже депнула сюда 2 депозита. Ну, это наш офис. Как бы, да? Вот. Вот у меня моя инвестиция, смотрите, вот 1,5 доллара. А сюда нажимаю в рублях 60 рублей. Далее, давайте с офисом. Вот мой аккаунт. Настройки здесь. Здесь платежные реквизиты. Прописываем платежные реквизиты. И сюда в пин-код не забываем. Далее. Партнеры. Моя команда. Здесь нет ничего. Здесь. Так. Моя команда. У нас здесь вот сразу.
Партнерская ссылочка находится и партнерская программа 7.2.1%. Далее рекламные баннеры. Далее реферальные начисления. Здесь история операций. Вот моя история операций. 14.08. Депозит в рублях 60 рублей. И я $1.5 закинула в долларах. 1.5 бакса. На 24 часа это у меня. Так, далее что? История выплат. Ну, здесь, так как завтра будет, еще пусто. Так, мои депозиты. После инвестирования сразу автоматически вступает в работу. Значит, дата операции от 60 рублей. Начисление каждый час. Еще у меня нет ничего. Прибыль моя составит 72 рубля. И в долларах $1.80. Так, далее. Здесь вкладочка «Открыть депозит». Так, опускаемся чуть ниже. Нажимаем сюда. Выбираете платежную систему. Далее USD или рубли. Если USD или рубли. Нажимаете «Открыть депозит». И далее по схеме все это. Здесь вывод. Будет вот как вот у меня в данном случае Payeer. USD рубли. И есть реинвест. Можно реинвестировать также с баланса, как бы. Но реинвестировать, чтобы минимальная сумма, как бы, да, на балансе была. Если минимальная сумма $1, значит, чтобы на балансе был $1. И в рублях, если это минимально 60 рублей, значит, чтобы было, как бы, на балансе 60 рублей. Тогда можно реинвестировать. Вот такой вот инвестпроект. Я, как бы, делюсь с вами информацией. Я такой же инвестор, как и не все. Вот. Всего, а это, как бы, всего инвестировано у меня 2.45 и активных 2.45. Здесь все в долларах. И что я заметила, чат на английском языке. Вот. Ну, ВКонтакте там все по-русски. Как бы. На этом все. Смотрите сами. Кому интересно, пожалуйста, пользуйтесь. Рискуйте. Ну, неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Завтра буду проверять вывод. До новых встреч!